женщины случайны. Где бы мы ни пересекались, кем бы мы ни болели, найду тебя. Да хоть на Баду, да хоть на берегу моря. Мы познакомились на Баду. На Баду. Бывает, но не часто. Мелкие ссоры. Тюды. Сережа не убирает футболки на вешалку, а складывает их в шкаф. Поэтому я психую. Из-за этого мы ругаемся. Как вы? А нет, никак. А мы сказали, что жениться пора. Я говорю, да, и говорю, женимся, так женимся. Я повела его в ЗАГС сама. Да когда как? Я рано, она поздно. Я? Если он на работу, то он. Конечно. Как куда без детей? Куда? Никуда. Да. Заботу, искренность, нежность, уважение. Все. Доброту, ласку, блин. Ну, как сказать, опора на моя. Сережа очень хочет. Даже плакал несколько раз. Я пока не разрешаю. Да, я. Кого хочешь? Кота. Замечательно. А, пойдет нормально. Не хвора мне кашля. У нас лучшие отношения с родителями. Ну, временная влюбленность, да, наверное, как ненадолго. То есть ты быстро отвыкаешь от человека. Навигал. И быстро происходит расставание. А любовь — это не всегда. Временно — это как понятие? Я не знаю. У нас нет такого. У вас? А у вас любовь? А у нас еще до гроб жизни, по гроб жизни. Жрет как не в себя. А он много. Сам голодный в семье. Ну, для мальчика Матвей, а девочки София, Полина и Александра. Ну, мужские Матвей, женские Александра, Надежда и София. Ну, бывает в шутку. То, что типа, у меня спина болит, там, сделай мне массаж. У меня же спина болит. Нет. Ну, оба. Проявляем заботу друг к другу. А кто больше? Я. Юлька. Как? Мы не для камеры. Тоже нервничает. Потому что я нервничаю. Успокаивает. Семья – самое важное в жизни каждого человека. Это смысл жизни. Не знаю. Как-то к этому надо прийти. Но надо понимать друг друга просто. Прислушаться друг к другу. И хотеть того, то, что хочет твой спутник жизни, ну так сказать. Вы пришли к этому? Ну, не всегда у нас это получается, но в основном да. О! Йо! Ну, все вопросы у меня. Ой, все вопросы.
все финансовые сбережения находятся у меня. А у меня специально обученный человек есть для этого. Как зовут? Юля. Не в первый день. О, после... Так, мы с ней встречаться начали. Даже не целоваться. Где-то спустя 3 дня, как мы начали с ней встречаться. 21 апреля. Зацепил. Не понял то, что это все наверное. Ну, если бы он давал повод, то да. А так? Нет, доверяю. Да. Он. Сережа. Я. В план чего отношения, что ли? Да. Ну да. А в план чего сделаю первый шаг Юле? Она не соблазнила, да, да. Когда мы только начали встречаться, да, он на 5 дней ушел в ночь. Самый долгий, насколько мы расставались. 4 дня. Мне просто на работе 4 ночи было и все. А? Каждый праздник, 8 марта, 14 февраля, да? Нет. Где, смотри, 8 марта дарил, 14 февраля дарил. А без повода? А без повода у меня. У меня денег нет. У нее все. Общаешься. А и что? И ничто, все иди в жопу. Янг. Шкала. Год и 3 сегодня. 2-й год. А уже все. А все уже все. А надо было раньше. Точно же так. Наверное. Давай. Ну что такое? Ты спрашиваешь, я не помню слово. Спасибо, Толя. Я надеюсь, ты это вырежешь. Да. Ты съел? А я знаю. Ты... Он сказал, ты дурак. Когда ты увидел Юлю, что ты подумал? Ничего такая нормальная, пойдем. Thank you.